Видео создано для сайта wordtop.ru. Видеогайды по картам и технике, а также новости World of Tanks. Всем привет! В этом видео мы будем обозревать сайт resmods.ru. Начнем с того, что это официальный ресурс компании Wargaming. Я думаю, что он создан для того, чтобы можно было бороться с людьми, которые под видом модпаков и прицелов впаривают людям вирусы и другие зловредные программы. В общем, это все сделано для вас. Пользуйтесь, скачивайте, все проверено на вирусы. В этом мы убедимся немножко позже. Итак, начнем с того, что основные категории представлены на сайте. Прицелы, сборки модов, мини-карты, загрузочные экраны и так далее. Кратенько пройдемся по ним. Сборки модпаков. Актуальные версии игры на данный момент 0.8.9, и можно отфильтровать все программы достаточно просто. Нужно нажать «Показать только для актуальной версии игры». Ну, на первом месте, конечно же, модпак Джова. Он уже имеет более 800 тысяч скачиваний. Человек старается, обновляет его очень часто, борется с различными ошибками и вылетами. Итак, мы видим, что этот модпак набрал уже 61 комментарий, 4 звезды. Можно скачать сразу же, не переходя к подробному осмотру, либо нажать на кнопочку «Подробнее» и почитать, что же автор нам тут предлагает. Автор нам предлагает скачать этот модпак через торрент, поделиться ссылочкой. Видно, что он одобрен модератором и проверен на вирусы. Далее идет описание версии, содержание его и так далее, скриншоты. После авторизации вы можете оставить комментарий, либо проголосовать за уже имеющийся комментарий. Для этого нужно пройти авторизацию. Авторизация происходит с помощью OpenID wargaming.net. Входим в аккаунт. Теперь можно писать комментарии и пользоваться другими возможностями сайтов. Под этим я имею в виду, что ресурс можно использовать не только для скачивания, но и для загрузки ваших прицелов или шкурок танков. Например, это можно сделать следующим образом. Нажимаем на кнопку «Добавить мод». Появляется окно, где изложена пошаговая инструкция, что нужно делать. То есть нужно заполнить описание, название, выбрать категорию, версию указать и так далее. Если что-то непонятно, можно перейти к списку рекомендаций. После того, как вы отправили мод или шкурки на рассмотрение, он появится в разделе «Мои моды». Заливка не окончена, статус мода. Можно удалить эту версию. Далее, если категории для вас недостаточно, вы можете также воспользоваться поиском. Прицелы. Тут сразу выдаются подсказки и можно перейти в раздел. На этом будем заканчивать. Пользуйтесь проверенными сборками и удачи в рандоме.